Хейо, гайз, с вами Шрэки, мы продолжаем проходить игру по названию The Binding of Isaac Attributes Plus. Короче, прошла ж новость то, что должно выйти дополнение еще одно для Айзека. И это дополнение у нас связано с After Rebirth, или как-то так называется мод. Он был сначала модом, потом они решили его сделать официальной, типа, частью игры. Но... Ну, это почему я вернулся в данную игру, типа в Roguelike. А мы сегодня с вами сыграем в мод под названием... Ну, короче, такая точная, типа, игруля. The Ironic Lord. У нас есть Boring Lord. Ну, короче, давайте на харде. Довольно хороший, прикольный мод. Посмотрел я его у Витька в плее. Что значит терс? Почему? Right back. Я решил взять денежки в начале игры. Почему у меня менюшка? Окей. Давайте New Runs еще раз. Я немного не врубился, подождите. Так, щиты. А, плюс дамаг. Так, все, плюс дамаг. Мышка такая должна быть. Что за иероглифы? Ну блин, ребят, я не знаю, мы же всегда с вами рулим до хорошей комнаты. Не знаю, но по идее здесь оно не важно, да, я думаю. Давайте хотя бы до первой хорошей комнаты. Потом я рерулю, ну и там будем гамать. Да, здесь то, что карточки, главное, чтобы оно мне не зафризило ни хера. Потом мы знаем, как это работает. О. Нужно, чтобы еще здесь повезло. Going relax random. Реликвия. Go. Hey, flower. Sunflower. How I'm flower. Flowery, I'm flower. Цветочек, цветочек, цветочек. И что ты даешь? Так, нужно, короче, херячить в центр, как я понимаю. Да ладно. Делай 6 атак, либо взять бомбу. Пускай... А, чисто правыми кнопками, да? Ну, не знаю, типа... Не, давайте, наверное, рерольну. Типа, сразу видно новые вещи. Это уже 3, да, предмет у нас? Типа, первый это у нас был... Как он называется? Череп. Монетка. И цветок. Дамаг. Серьезно, планета. Ну, по идее, у нас меч, поэтому у нас нет такого понятия, как... Что у нас вообще по картам? Или тут же рандомные, да, по идее, дают? Ага, энергия у нас, я понял, хорошо. Ну, я рерольну, на самом деле, ребят, сори. Я понимаю, что я получил плюс дамаг, но... Range 5. Choice to cards. Going cards. Я хочу, знаете, просто посмотреть, что тут еще есть, пока мы... Да, ого! А ну-ка, вот еще сейчас range поднимется. Ну да, видите, типа, range поднимается, и у нас дальность атаки тоже увеличивается довольно сильно.
Так, менюшка у меня... Почему у меня менюшка из предыдущего мода? Если вы не помните, то предыдущий мод был... Это у нас Марио. Тирс минус 2. Что у нас связано с Тирсом? Мне вот это вот интересно. Ну, дамаг, ладно. Ладно, давайте дальше. Играть, короче. Дальше, играть, короче. Это что у нас? Какие-то нунчаки. Ну да, я, если что, я посмотрел, мы можем так и делать, поэтому нормально. Наложение идет. Хорошо, мы пропадаем. Ну, вы видите, типа, халявно пройти. А, видите, типа, когда она не в радиусе, мы наносим, походу, минимальный урон. Прикольно. Ой-ой-ой. Ой, нужно что-то, карточки юзать. Не забывать. То я беру только, понимаете, в расчет этот. Ой, слушайте, а, так я могу нажимать не на карточки, а просто на сам предмет. Так. Не буду забывать об этом, хорошо. Для нас, короче, вообще предметы, это не очень важно, как я понимаю. А важно это энергия. Так, мы можем с вами что-то там взорвать. А, точно, я еще знаю одну вещь, это то, что нам не падает сердце. Так, секретка? Нету. Нам не падает сердце. В принципе, мы можем еще бегать с вами в магазин. Так как у нас с вами... Есть этот. 33 монеты. Ай-яй. Ай-яй. Ой-ой, это не та кнопка. Блин, я уже забываю на самом деле, какие кнопки нужно юзать. Мне сейчас почему-то все связано с другой. Тихо, у нас же здесь этот. Точно. Нахер надо? Что это? Плохая карта. Нафиг надо. Так, костры нужно тушить. Ай-яй! Я там плохую карту получил. Ну, мы получили ожог, найс. Так, защита. Защита и мне... То есть, в одно место, да, я бью? Ну, хп для нас это важно, но, блин, мне же нужно будет потом сделку с сатаной как-то замутить, и чтобы не сдохнуть, так как у нас, повторюсь, сердец нету. Синих никаких вообще. Нихера себе. Ну, по идее, этот босс... Ой, я карту заюзал, сори. Гэранс, дали макс хп 15, дамаг 4. Подожди, атака. Дэл Эмони. Типа, существо умножается в процентах хп на 15, но я получаю дамага больше. Гейн 5 блок. Экхаус. Но я получаю страх. Я думал, лучше взять это. Что по предмету? Снова какая-то фиговина, которую я не знаю, что дает. Здесь что поменялось? Ну, только, походу, как челик лежит.
А, карта медали. Хорошо. Что? Это как понимать? Так, change to get familiar to getting damage. Up to familiar passive. Ну, у меня таких нету, поэтому пускай будет. Кстати, у меня щита нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Гоу. О, рейндж-ап — это хорошо. Рейндж-ап — это очень хорошо. Так, так. Фух. Феромонс. Можно попробовать здесь взорвать. Блин, но я все равно еще как-то не очень привык к кнопкам. Походу вот это или нет. Походу нунчаки дают мне шанс развести все к херам. Изи. Бац, бац, бац. Плюс монетка. Так. Плюс монетки. Мне магазин нужно найти. Вот что мне желательно бы найти. Во, видите, типа у меня сработало. Она убила всех? Ни хрена. Так, тратит 0,5 хп, но дает типа силу множитель 3 дэмэджа. Ир атак дает 2 эпи велнес, но дает типа... Ип. Я не буду брать. И часы я тоже не вижу смысла брать. Блин, мне бы лучше доп по энергию взять. И где-то будет найти магазин желательно. А взрывчатку можно? О, плюс взрывчатка. Ну, карты сохраняются те, которые, допустим, я вышел. Понимаете, в чем суть? Смотрите, я сейчас взрываю. Если там под... А, ну там. Гуляете. Вот, типа, сердце у нас сразу превратилось в этот. Ну, это берем. Кака! Кака! По скидону. Блин, ну, мне автомат же нужно заполнять. Пускай будет, ладно. Кака! Я не понимаю, вот нунчаки, типа, они у меня есть, но... Но-но-но. Но-но-но-но. И что значит кака? А, единичка. Кака! Кака-кака-кака! Вау! Новые враги. Так, тратит одну хп, но дает 3 энергии. Эпи... Так, типа... Дел... Дает, короче, множитель силы, но дает 4... Волхаммеров. Баш. Anyway. Больше ничего не вижу. Ай. Ай. Вот, видите, типа она сработала, и
довольно много нанесла врагу. Ладненько. Какар. Так, у нас там еще есть одна комната. Мне бы где-то найти бомбу. Может, повезет, типа там бомба выпадет. То, что мне нужно будет взорвать камни, чтобы получить сундук. Нет. Не повезло. Хотя у меня бомба есть. Серьезно. Что дает ворона, мне интересно. Что дает Торкуша это? Хм, как на бомбу везет. Ну, поехали. Так, я вижу бомбу, крутящую атаку. Нет, прыгай на меня. О, смотрите, на него какой-то эффект положился. Плохо. Типа улучшен дамаг. Infernal Blade. Это дает, короче, две карты атаки. Но дает нам также страх. Air Attack. Дел Стрэндж 2 X Times. Ну, блин, а у нас X нету, слушайте. Есть энергия. Ну, возьмем, типа, пускай будет. Так, ну это обычный предмет. Perfect Perfection. Ну, это шанс на дроп еще какого-то предмета. Ну, блин, жалко то, что у нас сделки не было. Сразу проверим. Нету. Ух. Вот этот эффект, конечно, такой себе. Короче, как я понимаю, он все-таки дает какой-то эффект по врагу. Вот, как оно так срабатывает? Монать. Это имбовая вещь, потому что она, кажется, ваншотит. Да. Хотя, кто его знает? Хотя, кто его знает? Я думаю, что за херня? Теперь все ясно. Думаю, что я ее использовать не могу, а там 4 энергии нужно. Какая? Metallics. Going один блок every end of the new room. Ну, это понятное дело, что это не нужный для нас предмет. Что это не нужный для нас предмет. Единственное, для чего можно использовать щит, это вот так взять, короче, и все. Чтобы не получить урон при этом. Thank you.
О, видите, типа, оно сработало и ваншотнуло их. Типа, мне вот это интересно, как происходит. Вот, видите, опять. Может, типа, оно от времени зависит? Так, огонь дает 2 блока, если animal your party, your bad eat. А, дает 2 атаки, ну, короче, страх. Так, магазин. Сука. Ладно. Нужно, короче, еще. Вот опять, видите, оно как-то сработало, но я не понимаю, как. Вонючка. Бля, так это еще которые разваливаются на кусочки. Дуй, наверное, ко мне сюда. Да, видите, пойму. Ой-ой-ой, тихо. Так, подожди, мне нужно как-то... Как-то подойти. Не, могу к нему вообще даже не подходить. Я нанесу ему урон. То, что я и так буду доставать, считай. Мне просто 100% не хочется терять. Нанести ему дэмэдж. Я вижу, короче, там отчет идет. Фух. Ох, ты ж ё-моё. А, дает энергии 8. Energy up, curse up. Либо терс. Возьму ключ. О, там плюс еще новые карты. Кажется, там что-то херово мне накидали. Теперь у нас 5 энергии, поэтому это хорошо. А я взял страх. Найс. Найс. GG. I'm crossing. Something's wrong. Ладно, поехали. Next. Next. Next, next. У нас хотя бы теперь энергии побольше будет. Вот, а если вот из-за этого, что я застопился, мне могли пору нанести? Опять слоу. Короче, умножает мне силу, но дает мне... медлительность на 5 секунд. Ну, возьмем, ладно. Да уж. Да уж. Ё-моё, как опасно. Ладно, у нас хотя бы побольше атаки теперь есть.
Ах ты ж, ё-моё. Вот видите, вот, не, вот это, походу, ребят, самый хороший предмет, пока что, который я видел. Именно вот этот. Чик-чик-чик. Ага. Берем ключик. Так как у нас для них нету, я... Хотя мы можем взорвать эту. О. Ладно, плюс бомбы. И валим отсюда. Я еще золотой не находил. Интересно, что будет под золотой. Ну, а сейчас как раз узнаем. Так. Лейбл. Карточка. Декай. Numbers 100 will decay this. Короче, карточка не пропадает, я понял. Max damage hits. Так, вонища бомба. Бомбы вонички. Короче, говоря. Три, два, один, вы взорвались. Так, ария атак. Беру ария атак. Два, один, бам. Ага. Вот, а как мне бы ее нужно было так убивать вручную? О. Remove next level. Что? Playable. Окей. То есть хотите сказать теперь мне... А хотя мы можем сейчас... Ага, взорвать. Хотя можем, можем, подождите. Ага. Окей. О, есть тайник. Найс. Пока. Бац. Бац. Ай-яй-яй. И бац. Так, две монетки. Блин, а стоит мне монетки дальше собирать? Блин, мне нужно защиту где-то. Блин, я защиту уж просрал. Ладно, ты все равно сдохнешь. 28 дэмэджа. Вот это, ребят, пытайтесь найти их. Всегда. Прострел ноги. Конечно, сила. Конечно, сила. Нету. Так, остается босс у нас с вами. Если на боссе щит... А у меня щит есть стоять. Че я думал о бомбах сейчас? Щит у нас есть. Сейчас мы пройдем. Конечно, по сути, одну хп потеряю. Если щита не будет. Гаркнул, ладно. Так, ты
уж и важное. Не такое уж и важное. При переходе на next наносит мне урон. Ну, давай. Блин, а из-за чего этого я хотя бы получил? Так, план карты. Давай, давай. Мои все равно их сейчас убьют. Ой-ой-ой, я дэмэдж получил. Бац. 38 теперь. И мой кубик тебя убивает. Отлично. А, дает один блок. А дэмэдж максим, блин, нет, лучше это банк. И я получил кита, мне дали денежку. Окей, но это тоже новый предмет, типа онивей. Онивей это точно. Так. Тык. Ага, так было бы у меня два сердца сейчас синих. Ой. Ох, так слушайте, он мне посоветует давать это. О, столько монет, по 5 монеток. Или он мне дает только по 5 монеток, когда я убиваю именно босса. Плюс еще монетка. Найс. Отлично. Пипец, еще монетка. Так у меня удачи нету. Так, красные сердца падают. Ох, у меня удача. А, единица. Кит. Помоги. Бей их. Еще монета. Пиздец. Ай. Нет. Боря. Перформанс можно взять, слушайте. А мне за что урон? Ладно, плевать. О! Здравствуй, второй набор. Так, что это? Батмит. Берем. Берем. Не знаю, что дает мясо, но пускай будет. Мы сейчас еще за ключами сбегаем. Ага, все-таки закостался, ну ладно, не суть. Короче, мне... не написано, что это за левел. Ну, ладно. Убей их. 38, хорошо. Тихо, секретка может быть. Изи.
два ключа, отлично. А денежку? Что мне денежку не дает? Ага, хер тебе. А не подойти ко мне. Block free animal appears, you bart it. Slow. Скип. Так, я получаю стрендж. Так, карточка это у нас на повышение на все эффекты. Bound Beggars. Ай. О, мне питомца дали. Я понимаю, что он просто может сам себя убить, да и все. Понимаете, я просто его даже не трогал. Считай, он сам себя грохает. Так, advanced and going 4 блок. Так, up all animals. Надает, короче, дохера волн. Flow. Надает медлительность на десяточку. Пускай вот это будет лучше. Так, сатанизм берем. О, мне еще хлебную хпшку дали. Серьезно, чтоб я взял вот это? Нет уж. Мне почему-то кит больше хп не дает. Может из-за того, что мне нанесли один дэмэдж. Благодаря звездочке мне дают типа доп предмет. Так, кстати, я еще не нашел комнату золотую. Вот, видите, типа, мне урон нанес из-за того, что, блядь, меня остановило. Чисто из-за этого, найс. Круто-то. А. Короче, я понял, это тоже предмет не очень. Желательно его не брать. Так, ключ, хорошо. У меня много плохих эффектов, я смотрю. Довольно много плохих эффектов. Это плохо. Так, хорошо, золотая комната. О, коробка с пауками. Поехали. Откуда у меня вот это кусок дерьма летает? У меня такой вопрос больше волнует. Да, у меня много плохих карт. Зачем пробел завязал? Теперь мне, блядь, еще вот этот урон нанесется, боже. Погнали быстрее за батарейкой. Зачем? Чтобы мне не нанесли урон.
Мне еще плюс нанесли урон, оказывается. Круто. Я потерялся. Так, ну больше у нас, в принципе, магазинов не будет. А хотя нет, последний остается. Магазин? Это следующая комната. И по сути больше уже все. Так, ворона, по идее, должна спасать от плохих эффектов. Но она что-то этого не делает. Что это дает? А, то есть мне дали до хера защиты? Я понял. Ну-ка, мне в колоду летят плохие карты. А, то есть тех врагов, которые она не видит, она не атакует. Классно. Классно. Погнали сюда. Атлас Фолл Мэппинг. Соус Харт стоять. Плюс паук. Рухангел Рум. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, готово. Скип. Ойнстерс. Плюс дэмэдж. Ну, в принципе, для меня важно это мои атаки. А, я просто теперь уже на голову смотрю, потому что оно самое большое. И почему мне свисают яйца? Так, подождите, давайте сначала в комнату тогда пойдем. Шипастая. Крутилка. Я не вы. Плевать на самом деле. Так, Ван Хаммер, ладно. Я не понимаю, что это за камень. По идее, каждую комнату у меня будет защита после того, как меня ударили. Если я правильно понял. Все, это. Ключ, который мне нахер не нужен. Сила. Какая? Достал. Ого, у меня теперь два этих фамильяра. Зачем они мне? Я снова смотрю
за головой. То, что она больше тела. Потому что она больше тела. А почему меня больше не хилит? Outfly Orbital. Pretty fly. Perform such a trick and gain the effect permissions. Ой, а чё у меня этот? Блять, я так не вижу. Очень плохо. Так, монетка. Магазин у нас есть. Хорошо. Магазин у нас есть. Давайте лучше в магазин схожу. Потому что дальше у нас босс. И вниз еще можно сходить. Это я в основном... Больше монет. Я покупаю за 30-ку монеты. И получаю монеты. Нет. Хотя... Смысл, ладно, погнали сразу к боссу. Ну, а сюда можно еще зайти. Пока. Reload all epic. Муха. Не, летающая голова все-таки неудобно. Почему мне не хилит больше? Мне быстрее это волнует. Баунтрунс бомб. Поехали. Так, дуэли дают умножает Гоин 1 хп, you kill a boss. Не понял. Гоин 1 макс хп. Ну ладно, возьму, попробуем. Куда пойдем? В рай. Давайте в рай. Плюс дамаг. Плюс адская сделка. Ну, плюс дамаг. Но теряя сердце. Сердце это важно. Поэтому нет. А у меня Стрэндж. Ладно, до конца ее дохраним. До сердца. Какао. Какао. Какао, какао. Вот сейчас он отхилился, допустим. Какао. А, то есть меня пополняет, если я именно с помощью нее убиваю. Ага.
Тогда все понятно. Давайте наверх. Глазам протекшн. А, блок. Гуин блок, да? Ля, ладно, возьму. Не знаю, что это, но возьму. Как? Воу! Жаль, если была бы бомба, я бы взорвал сейчас стенку вот эту, что посередине между. Хотя, блин, что тут прям у меня бомбы есть? Почему я их вообще не использую? Ну так, взял, подошел, заюзал, она взорвалась. Не прошли. Окей. Тогда здесь. Окей. Ой, боже. Ой, ты ж, ё-моё. Ё-моё. Как я ещё дамаг не получил? А, точно, смена шкалы еще не было. О чем я? О чем я говорю? Я говорю, так, мамины прически мне не нужны. Один. Угу. Когда монетки уже не нужны. Отлично сыграно. Я не знаю, не блокируют или нет урон получаемый. Нихера себе. Чего они такие быстрые были? А W блок увеличивает мой блок, хорошо. О, ну, короче, спавнит все, что мне нужно, в принципе. Justice. Плюс паучок. Немедленно наполняется этим. Как они называются? Энергия. Беги. Ничего себе. О, еще плюс муха-орбиталка. Плюс еще муха-орбиталка. Найс. Уже три. Уже три мухи-орбиталки. Ну, я не вижу смысла тянуть сразу тем боссом. Ой. Так.
Ну, типа ХП плюс или ХП. Типа Снейк. Либо мы получаем тухлое мясо. Давайте Снейк. Хитшот аут. Есть заряженная. Она очень мощная, по сути, атака. Попробуем, давайте заряжем. Пипец, у меня с этим модом очень все долго идет. Неизвестная. Заев. Ну, не сказать бы, что ж. Так много. Да, не так уж и много. Он у меня телепортнуло сразу к боссу. Ладно, будем сразу к боссу. Воу-воу-воу. Ну типа, видите, сколько у меня этих эффектов? О, а вот это тоже плохо. Так, хорошо. Только и помада посередине. Орбитал. Плюс еще оранжа. Но видите, я сразу вверх полетел. Блин, жалко, конечно, карту, но... Прикольно, прикольно. Beat animals to roam. Орбиталка. Pretty fly. Common pool flowing cape. Beat all animals to roam. I'm excited. Ну, теперь у меня побольше немного радиус, хотя бы, атаки. О, плюс сила. А сейчас вы все равно все сдохнете. Бам. Ха-ха-ха. Бам. Найс. Ну блин, а здесь я не выполучаю урон. Окей. Изи. О, мне даже урон не наносится. Почему мне урон не наносится? Нанесся. Воу-воу-воу.
Ребят, а что у вас по спидам? Телепорт ю и там с ром. Блокит. Полетели. Бац. Бац. Помнит донатную машину. Ай-яй, плохо. Волно. Ну давай. А, такая донат машина. Сука. Не то. Не то. Это та же комната. Это та же комната. Это немного другая комната. Вот видите, типа они замедляют меня, и я не могу из этого двигаться, и меня за это наносит урон. А, мне типа защита на комнату дается. Я имбу собрал. А нет, не бар. А замечу, что она продолжается. Дали какую-то тринку рандомно на нее. Давай возьмем. Класс. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас у меня эффектов. А, идем наверх. Так, берем. Ай-яй-яй. А, у меня все равно этот. Смерти. Рапчеш. 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 Типа, понимаете, в чем суть? Да, я получаю урон. Когда я получаю урон. А у меня появляется щит. Это когда я получаю урон. Ой, а вот это было неприятно. Тихо. Минус спидап. Ну да.
Да что это за фигня? Может, типа, из-за того, что я до них дотрагиваюсь? Да уж. Сейчас подожди, поланкерят нет. Не будет бесполезными. Сейчас еще херак нет. Минус все эти. Вы видите, у меня бессмертие. У меня бессмертие, парень, сори. Я удивлюсь, если я еще на хаша успею. Если меня тут к нему вообще впустят. Там... Давайте на босса. Блин, я не понимаю, как там предмет называется? Фазакей, да? На секунду сходим. Или нет, подождите, он называется... Ой, сейчас попробуем. Гиф. Ходу С. Два. Почти 100. Бом батл. Гиф. Кей, 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 кей. 238 39. Давайте попробуем, типа, понятное дело, что я выиграл забег. Но мы не знаем, как она будет сейчас здесь. Вау. Видите, оно типа молния такая, бац-бац, херящая. Блин, если бы дали бы еще полет, была бы вообще шикос. Не, вы не понимаете, просто этот чит,
он блокирует весь дэмэдж. Ну, он не блокирует весь дэмэдж. Ай. Тихо. Типа, видите, это считается за триники. Но они мне урон не наносят. Ай-яй. Они наносят. Все-таки они наносят мне урон. Ай-яй. Так, нужно посторожнее уже играть. Нужно посторожнее играть. Блин, вот это мертвая муха. Что она делает? Нахер она тут нужна? Ай, вот опять, как я получил урон? И походу я урон просто не получал из-за того, что меня мухи списали. А, на вот этом теперь у меня нету. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Теперь начинается жопа. Потому что у меня хп мало. Здесь нормально. Все-таки мне куски мяса эти тоже спасают. Из того, что я маленький, они мне не достают. Как два куска мяса может тебя спасти? Ошибись. Выбился.
И просто сейчас моя этот сработает и все. А нет, ладно. Фу. Ох. Ты ж ё-моё. Не, ну мод на самом деле прикольный. Ну типа, мне кажется, он немного может потом надоесть, если очень часто играть. Потому что в основном ты берешь одно и то же. Мне интересно, предметы какие есть. Типа мы видели кита. Всякие звездочки, херезочки там. Может еще что угодно есть. Ладно, в принципе, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.